Здравствуйте, я рада приветствовать сегодня всех наших участников вебинара. Меня зовут Наталья, я являюсь координатором проектов вебинаров в нашем издательстве «Легион». И сегодня у нас вебинар на тему «Методика подготовки младших школьников к итоговой аттестации по английскому языку. Эффективные способы достижения успеха при обучении проектной деятельности». Проводит этот вебинар Татьяна Евгеньевна Тихонова, кандидат педагогических наук, преподаватель английского языка и спецпредметов Сочинского государственного университета, подразделение Университетский экономико-технологический колледж. А также Татьяна Евгеньевна является автором пособия издательства «Легион». Я хочу напомнить всем участникам, что удобно очень пользоваться функцией «Запланировать участие в вебинаре». Тем, кто давно этим пользуется, я думаю, приятно и удобно это делать, потому что если запланировать участие в вебинаре, то вам на электронную почту придет ссылочка и напоминание, что вы хотели принять участие в этом вебинаре. А запланировать участие в вебинаре можно на нашем сайте. Вы заходите на наш сайт, выбираете раздел «Вебинары» и в выбранном вами предмете на уже установленной датой на вебинар на этот можно запланировать участие. Там есть такая соответствующая кнопочка, которая потом, ближе к мероприятию, к вебинару, заменяется на кнопочку «Регистрация». Если вы заранее запланировали участие, то ссылка придет вам на электронную почту. Если вы этого не делали, то вы можете также на тех же самых правах участвовать в вебинаре. Ничем не отличаются участники в вебинаре, которые запланировали участие заранее или которые не делали этого. А просто вам нужно перейти на наш сайт в определенное время, незадолго до начала вебинара, примерно за полчаса, и нажать на кнопочку «Регистрация». В любом случае, перейдя по ссылке, вы попадаете на заполнение анкеты. Заполняете анкету, соответственно, там же указываете, нужен вам сертификат или не нужен, и вводите соответствующие данные. Если вам нужен сертификат, то вам придется заполнить еще аккуратно два поля, помимо всех остальных, да, данных, которые вы вводите. Это электронная почта и ваше имя. Самое верхнее поле, которое вам предложено заполнить в этой анкетке, это то имя, которое мы все видим в чате. Не более того, только лишь то имя, которое увидим, когда будем с вами общаться. Больше ни на что оно не влияет, ни на сертификат, ни на что подобное. Поэтому, если вы его оставили гость, то ничего страшного, можете заменить, можете не заменять, это ваше право. А если вдруг вам придется в течение вебинара выйти из него, ну, по каким-либо причинам, то, зайдя снова, используя те же самые ссылки, вы можете это делать сколько угодно раз, вам снова будет предложено заполнить анкету. Без этого никак, но вы ее во второй раз можете заполнить очень коротко, какими-то прочерками, коротенькими буквами, и скорее возвращаться на наш вебинар. А еще я вам должна сказать, что все материалы вебинара вы имеете право скачивать. Так, в разделе «Документы» сейчас есть презентация, но она там в формате PDF, а в более привычном для нашей работы формате, для работы в программе PowerPoint. Презентацию вы скачаете сегодня после 17 часов на нашем сайте. И можете еще скачать видеозапись мероприятия этого вебинара сразу же после окончания записи. Там же в разделе «Документы», где сейчас уже есть презентация. А еще вам хочу сказать, что для получения электронного сертификата ничего дополнительно делать не нужно, кроме как принять участие в нашем вебинаре и правильно заполнить анкету. Хочу напомнить всем, что мы проводим конкурс методических разработок «Искусство обучать». Если вы еще не приняли участие в этом конкурсе или не знаете о нем подробностей, то на нашем сайте в разделе «Наши проекты конкурсы» вы найдете все подробности. А важно, что конкурс продлится до 1 марта, то есть прием работ продлится до 1 марта, так что поспешите. Ну, мне остается пожелать вам
плодотворной и приятной работы. В течение всего вебинара я под именем модератор буду общаться с вами в чате и приглашаю Татьяну Евгеньевну. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Очень рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Наша сегодняшняя тема посвящена одной из самых актуальных проблем преподавания иностранного языка в начальной школе, а именно подготовке к итоговой аттестации. Актуальность данной темы обусловлена прежде всего тем, что в настоящее время в свете требований в ГОС второго поколения программы по английскому языку, вообще по иностранным языкам, учебники и преподавание по этим учебникам, методика, да, меняется, то есть претерпевает серьезные изменения. А также тем, что, как вы все знаете, на уроках иностранного языка мы зачастую делаем все те вещи, которые работают и на другие предметы гуманитарной направленности. Потому что мы прежде всего формируем коммуникативно-когнитивную сторону личности школьников, в частности младших школьников. И, как вы знаете, иностранный язык направлен прежде всего на формирование коммуникативной компетенции не только на иностранном языке, но и на русском языке. Помимо этого, мы с вами поговорим об эффективных методах. Я бы хотела поделиться с вами эффективными методами подготовки проектной деятельности в начальной школе. Как мы все знаем, сейчас мы должны на уроках в начальной школе и на уроках иностранного языка не только научить детей читать, писать и считать по-английски, но и научить их решать творческие задачи, как на родном языке, так и на иностранном языке. Также мы, конечно же, должны формировать мотивацию к обучению, поэтому нам представляется очень существенным начинать это делать именно в начальной школе, вот, чтобы построить такую базу прочную, которая позволила бы добиться детям успеха на последующих образовательных ступенях. Методы обучения, о которых мы будем сегодня говорить, обеспечиваются комплектами издательства «Легион». И особенностью данных методических материалов является то, что они в модели итоговой аттестации сочетают в себе требования в ГОС второго поколения, а также модель кембриджского экзамена по английскому языку. Итак, давайте начнем и перейдем к презентации. Начальная школа – это новое испытание в жизни для каждого родителя, особенно если в школу идет первый ребенок. А уж для самого младшего школьника начальная школа, как вы знаете, это целый жизненный этап. Расширение сферы взаимодействия с окружающим миром, появление потребности в самовыражении и свое самое первое знакомство с иностранным языком. От того, как начнется это знакомство, насколько успешным станет сам процесс обучения и восприятие этого языка, на котором сегодня говорит почти весь мир, во многом зависит будущее учеников, их последующие приоритеты в жизни, образование и карьерный рост. Обучение иностранному языку в начальной школе обладает выраженной спецификой по сравнению со всеми другими ступенями обучения. В первые годы обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся будут реализовывать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако, первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения. Не секрет, что в прошлом главной целью начального образования по английскому языку считалось обучение чтению, письму и грамматике, а критерием успешности был уровень умений и навыков ученика. В новых условиях важно не только дать школьнику новые знания в области лексики и грамматики, но и научить его применять, развивать и умело их использовать в устной разговорной речи, направленной на решение конкретной коммуникативной задачи.
При этом успешность ребенка оценивается не только его учебными умениями, но и уровнем общего личностного развития. По требованию новых стандартов, полученные знания по иностранным языкам не должны стать для ребенка мертвым грузом слов и словосочетаний, а также набором грамматических правил, далеких от его интересов и восприятия. Школьник должен научиться самостоятельно находить решения коммуникативной задачи, умело применять накопленный лексический запас жизни, использовать его для описания окружающих предметов и действительности, процессов и явлений. В связи с этим итоговая аттестация по английскому языку в начальной школе направлена в большей степени на проверку коммуникативных универсальных учебных действий. Очевидно, что нам, учителям, предстоит найти ответ на ряд важных вопросов. Как научить 9-10-летних детей работать с заданиями в новом для них формате? Как снять трудности психологического характера? Как помочь учащимся не потерять мотивацию, ярко выраженную у детей младшего школьного возраста? Как построить занятия и подобрать учебный материал с учетом возрастных способностей и особенностей? Давайте сначала рассмотрим общие цели обучения иностранному языку в начальной школе, а затем выведем корреспондирующие с ними универсальные учебные действия, в том числе коммуникативные. Итак, цели обучения иностранному языку в начальной школе. Развитие речевой, социокультурной, учебно-познавательной и языковой компетенции. Повышение интереса к изучению иностранного языка. Усиление мотивации младших школьников к повышению дополнительного объема знаний по предмету. Формирование универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности. Обучение работе с заданиями формата, входящими в итоговую аттестацию. Формирование навыков работы с тестовым материалом. Коммуникативные универсальные учебные действия, закладываемые данными целями, следующие. Ученики учатся. Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственными. Формулировать собственное мнение и позицию. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Строить понятные для партнера высказывания. Задавать простые вопросы и отвечать на них. Поскольку подготовка к итоговой аттестации касается всех четырех видов речевой деятельности, а именно аудирование, говорение, чтение, письма, а также проверки грамматических навыков, нам представляется важным скоординировать подготовку по всем видам речевой деятельности таким образом, чтобы знания, умения и навыки, полученные в рамках различных разделов, совершенствовали и дополняли друг друга. Поэтому мы рекомендуем по необходимости дополнять материалы учебника заданиями в формате итоговой аттестации, примерной итоговой аттестации, составленными на лексико-грамматическом материале, изучаемой на данном этапе темы. Целесообразно начинать эту работу постепенно, уже со второго полугодия третьего класса, что предоставит вам больше возможностей для системной, последовательной и целенаправленной подготовки учащихся к экзамену. Итак, как сделать сам процесс подготовки не только максимально эффективным, но и увлекательным? Прежде всего, вам понадобится краткий теоретический материал и специально разработанные памятки для каждого вида речевой деятельности. Памятки по формированию навыков выполнения каждого экзаменационного задания за максимально короткий промежуток времени. Четко разработанное пошаговое пояснение к выполнению заданий, то есть рекомендации для ребенка, как выполнять, что делать и как проверить себя, методы самодиагностики. Тренировочные упражнения базового и повышенного уровней на все виды речевой деятельности, а также ключи к упражнениям. Обратимся к примерному формату итоговой аттестации по каждому из вышеназначенных разделов. Начнем с раздела «Чтение».
Раздел чтения представлен на слайде. Тренировка заданий раздела чтения знакомит школьников с основными целями и видами чтения, тренирует внимание и логику ребенка, а также совершенствует языковые навыки с помощью различных приемов, в том числе приемов визуализации. При подборе содержания к данному разделу мы рекомендуем использовать тексты художественного направления в третьем и первой половине четвертого класса и тексты лингвостроведческого направления, простейшие тексты лингвостроведческого направления во второй половине четвертого класса, то есть ближе к концу начальной школы. Это способствует развитию воображения и познавательного мышления школьников, а также дает дополнительное представление о социальной, бытовой и исторической сферах жизни людей из самых разных стран мира. Итак, классические задания по разделу чтения направлены на контроль следующих навыков. Понимание основного содержания прочитанного, извлечение необходимой информации, полное понимание прочитанного. Это желтые кирпичики вверху слайда, в верхней части слайда. Давайте разберем правила успешной подготовки учеников по каждому виду чтения. Итак, понимание основного содержания прочитанного. По-английски это звучит как skim reading или skimming. В отечественной методике также используется термин «ознакомительное чтение». Текст прочитывается как можно быстрее, с целью понять основное содержание и общую структуру текста или выбрать главные факты. Поскольку для этого вида чтения достаточно понимания 70% текста, главными задачами учителя являются следующие. Научить учеников выделять и понимать ключевые слова. Научить обходить незнакомые слова и не прерывать чтение, не расстраиваться при виде незнакомых слов. Научить догадываться о значении ключевых слов из контекста. Научить не фокусировать внимание на грамматике. Мы должны четко объяснить ученикам, что их главная задача при таком виде тестирования – это уметь обобщить содержание текста, понять, какую информацию он дает и какие мысли являются наиболее важными. Как показывает наш опыт, многие школьники не только младшей, но и средней школы не владеют этим способом чтения на иностранном языке, так как сразу же начинают пытаться перевести текст полностью и теряются при виде первого незнакомого слова. Наша основная задача – раскрепостить учеников и научить их преодолевать эти вредные привычки. Как правило, любое первичное чтение учебного текста во многих современных учебниках носит ознакомительный характер. Именно поэтому первое задание перед чтением дается на понимание общего содержания текста или его ключевых моментов. Такое задание может даже выглядеть в форме картинки или вопроса. При выполнении этого вводного задания ученики не должны прибегать к переводу или искать в словаре незнакомое слово. Один из эффективных способов борьбы с этим – установить жесткие временные рамки на чтение текста и не отвечать на просьбы учащихся объяснить незнакомые слова на этом этапе чтения. Соответственно, если мы отводим ученикам определенное время на выполнение конкретного задания на чтение, мы должны предварительно вооружить их необходимым шаблоном максимальной экономии времени, выдать им четкие и простые инструкции, как читать быстро, и как экономить свое время, не расстраиваясь при виде трудностей. Для этого очень эффективным проверенным способом является работа с памятками. Обратим внимание на слайд. Итак, памятка делится на две равные части. На первой части пишется возможная формулировка задания. Например, задание 3.
Прочитай текст, выбери правильное по смыслу предложение согласно тексту, отметь галочкой правильный ответ. Стандартное задание на чтение. На второй части, напротив формулировки задания, дана пошаговая инструкция, как это сделать, чтобы максимально сэкономить свое время. Такие памятки очень удобны, так как у ребенка перед глазами всегда есть готовая стратегия работы для каждого вида чтения. Прошу прощения, случайно перескочила на слайд 15. Можно, пожалуйста, поставить? А мы продолжим. Извлечение необходимой информации или поисковое, или просмотровое чтение направлено на беглый просмотр текста с целью выяснить, содержит ли этот текст какую-либо полезную для ученика информацию. То есть при поисковом чтении текст прочитывается с целью нахождения относительно небольшого количества информации для последующего ее использования в определенных целях. Это может быть дата, время, часы работы, имена и названия или более развернутая информация в виде описания, аргументации, правил и оценочных суждений уже на последующих ступенях обучения. Классический пример задачи поискового вида чтения – найти номер платформы поезда в расписании поездов на вокзале. При просмотровом чтении основной задачей учителя является объяснить ученику, что здесь главным ключом к успеху для него будет понимание того, понадобится ли ему какая-то конкретная информация для использования в дальнейшем. Например, какой музей будет интереснее всего посетить. Для этого достаточно познакомиться со структурой текста, прочитать заголовки, подзаголовки, либо отдельные абзацы. Наша основная задача – научить ребенка определять ключевые слова в тексте и находить по ним ту часть текста, где содержится скрытая информация. Чтобы научить быстро определять ключевые слова в тексте, достаточно просто научить подчеркивать ключевые слова, как в формулировке задания, так и в самом тексте. Ученик должен осознать, что чтение всего текста – это лишняя трата времени. Поэтому при обучении этому виду чтения также необходимо строгое ограничение времени для выполнения задания. Соответственно, нам и тут пригодятся памятки с видами конкретных заданий и поэтапным планом их выполнения. Третий вид чтения – это полное понимание прочитанного, reading for detail, либо изучающее чтение. Этот вид предполагает не только полное и точное понимание всех основных и второстепенных фактов, но и их осмысление и запоминание. Учащийся должен уметь оценить, прокомментировать, пояснить информацию, сделать из прочитанного вывод. Основной трудностью для ребят в этом виде чтения является умение догадываться о значении слов по контексту, понимать логические связи в предложении между частями текста. Итак, в книге номер один комплекта «Универсальная подготовка к итоговой аттестации» можно найти примеры всех стандартных заданий по всем трем видам чтения и уже готовые многократно апробированные памятки к каждому виду задания. Помимо этого, приводится отдельное упражнение на работу с памяткой для закрепления выбранной стратегии чтения. Примеры памяток представлены на слайде. Сам тренировочный раздел чтения включает в себя два блока – задания базового уровня и задания повышенного уровня. Задание первого блока – базовый уровень – это 24 задания на поисковое чтение с помощью приемов визуализации, то есть с опорой на картинки. Тренировку и выполнение таких заданий хорошо начинать уже с третьего класса, так как они повышают мотивацию к чтению и позволяют тренировать внимание, логику и знания базовой лексики третьего класса. Задания второго блока также разделены на уровни.
Базовый уровень содержит 8 текстов на чтение. К каждому тексту разработаны задания поискового чтения и чтения с полным пониманием. Образец задания представлен на слайде. Повышенный уровень содержит 7 текстов на чтение. К каждому тексту разработаны 7 основных заданий всех типов. На слайде представлены примеры заданий номер 4 и номер 5. Всего их по 7 заданий. Упражнение номер 7, добавочное упражнение, после каждого текста предназначено для учеников 3 класса. Приемы визуализации в задании номер 7 значительно повышают мотивацию младших школьников. Более того, черно-белое оформление картинки позволяет позже самостоятельно завершить иллюстрацию к прочитанному тексту, раскрасив ее. Очень здорово при выполнении этого задания закрашивать только те элементы, которые соответствуют правильности предложенного высказывания. Напомним, что стратегии успешного выполнения каждого задания, а также эффективные способы экономии времени для каждого задания представлены в памятках. Перейдем к разделу «Письмо». Раздел «Письмо» традиционно посвящен этикету написания короткого письма личного характера, либо написанию открытки. Сегодня мы поговорим о написании личного письма на элементарном уровне. Здесь для формирования необходимых умений школьников учитель может поставить себе следующие цели. Научить ребенка обращать внимание на особенности написания введения и заключения в письмо. Научить распознавать введение, заключение и основную часть по смыслу. Научить правильно использовать знаки препинания во вступительной строке и подписи. Акцентируем внимание на запятой после приветственной строки. Dear Emma, запятая. Пример из памятки на слайде. Чтобы максимально облегчить работу по усвоению правил написания письма в 4 классе, предлагаем использовать короткие памятки, содержащие краткие инструкции к написанию каждой части письма. На базовом уровне, то есть уже в 4 четверти 3 класса, можно пробовать закончить предложенный образец короткого личного письма, вписав недостающую информацию о себе. Пример также представлен на слайде. При этом варианты должны быть составлены так, чтобы, работая с опорой на образец, ребенок зрительно усваивал необходимые лексико-грамматические конструкции. Если нужно закончить письмо, лучше составлять минимально короткие фразы или предложения, в которых представляемый вариант легко угадывается по смыслу и состоит из одного, двух или трех слов. Также это может быть цифра или имя. Задания повышенного уровня предполагают написание письма самостоятельно с опорой на образец и четко сформулированный план. Здорово, если ребенок сможет в конце своего письма задать хотя бы один простейший вопрос другу по переписке в рамках заданной темы. Например, вопрос всегда нужно начинать с оборотов. Do you like? Do you usually? И так далее. Конечно же, примеры данных речевых оборотов должны быть представлены в отдельной памятке и всегда находиться перед глазами ребенка. Примерные варианты заданий на письмо повышенного и базового уровней представлены в книге номер 1 комплекта «Универсальная подготовка к итоговой аттестации». Там же вы найдете подробные памятки по написанию письма личного характера, образцы писем, шаблоны лексико-грамматических конструкций, 2 упражнения на работу с памяткой для более тщательного усвоения материала и пошаговое пояснение к выполнению каждого задания. Чтобы написать личное письмо или даже нарисовать и подписать открытку, выпускник начальной школы должен владеть необходимым лексическим и грамматическим минимумом. Поговорим об активизации лексики.
Конечно же, учебники по английскому языку представляют огромный выбор упражнений на закрепление лексического материала в устной и письменной речи. Змейки слов, кроссворды, поиск лишнего по смыслу слова, сопоставление слова и картинки – все это направлено на прочное усвоение и зрительное запоминание слов. Но, конечно же, в ходе своей практики каждый учитель составляет собственный арсенал речевых упражнений на активизацию изученной лексики в устной речи. Для быстрого повторения базовой лексики мы рекомендуем на каждом занятии в течение 3 или 4 минут отрабатывать основные содержательные разделы в виде фонетической зарядки. То есть повторять не только ту лексику, которая представлена как обязательная в каком-либо конкретном юните вашего учебника, но и повторять определенные разделы, которыми мы всегда пользуемся в устной речи. Мы выделяем следующие разделы, необходимые для успешной коммуникации на начальном этапе. Цвета, форма предметов, поверхность предметов, погода, вкус продуктов, некоторые звуки, простые прилагательные для характеризации человека, настроение, эмоциональная оценка людей, событий и ситуаций, отношение к другим людям, физическая характеристика и состояние. Списки слов очень удобно представлять в памятках, что дает возможность отрабатывать определенные лексические единицы в разное время на разных уроках тогда, когда это необходимо. То есть эти памятки – это набор карточек у каждого ребенка, очень маленькие карточки, которые содержат 7-8 слов, которые должны постоянно тренироваться в устной речи и, соответственно, успешно закрепляться. Итак, активизация выбранной лексики. Вот пример памятки сейчас представлен на слайде. Например, какая форма бывает у предметов? Как вы видите, представлено всего 6 слов. Активизация выбранной лексики осуществляется в течение 5-6 минут во время речевой зарядки, обязательно с опорой на визуальные материалы. После подобной отработки лексики можно приступать к более трудному виду деятельности, а именно переходить к формату контроля. Стандартно ученикам предлагается заполнить пропуски в тексте, используя слова, приведенные перед текстом. Кратко обобщим вышесказанное. То есть, у ребенка перед глазами памятка. Также на доске представлена визуализация, то есть картинки тех объектов, которые у нас есть в памятке. С помощью фонетической зарядки мы быстро повторяем лексику, это занимает всего 30 минут. И с помощью речевой зарядки, то есть специальных речевых упражнений, вопросов или каких-либо упражнений, опять же, упражнений, основанных на картинках, на сопоставлении, обычный базовый набор упражнений на активизацию, в речи этих простейших слов, мы отрабатываем эту лексику. После того, как мы отработали ее с помощью фонетической речевой зарядки, это помимо той обязательной лексики, которая у нас идет в юните по учебнику, мы переходим плавно к формату контроля. То есть помимо того, что ребенок учит новую лексику по учебнику, он также не забывает основные базовые содержательные лексические разделы, которые ему могут понадобиться на экзамене. Не только для письменной части экзамена, но и если вы проводите итоговую аттестацию в устном формате. Итак, в книге «Один комплект. Универсальная подготовка к итоговой аттестации» мы предлагаем 50 контрольных упражнений, которые позволяют активизировать более 600 лексических единиц обязательного лексического минимума школьников 3-4 классов. Сразу скажу, что лексические единицы выбирались с нами путем прямой выборки из основных базовых учебников, предназначенных из словарей базовых учебников, предназначенных для
как для простых школ, так и для школ с углубленным изучением английского языка, то есть гимназии и лицеи. Данный раздел основан преимущественно на энциклопедическом материале, что служит не только тренировке, запоминанию и совершенствованию навыков употребления лексических единиц в речи, но и является доступным и увлекательным введением в мир естествознания для детей младшего школьного возраста. Раздел охватывает все основные области науки. Разработанные задания повествуют о нашей планете, о мировом океане, о погоде, климате и природных явлениях, о многообразии космоса и достижениях науки и техники. Этот раздел удовлетворит интерес даже самых любознательных школьников. В самом разделе «Лексика» вы найдете тематический словарь имен прилагательных базовых содержательных разделов, о которых мы говорили выше, с переводом. Также в книге представлен необходимый лексический минимум для учеников 4 класса, оформленный в виде уже готовых разработанных памяток. Пример подобной памятки мы видели на предыдущем слайде. Пошаговое пояснение к выполнению каждого задания позволит максимально сэкономить время. А 16 развивающих упражнений различного характера позволят усовершенствовать и закрепить знания базовой лексики. Примеры памяток и закрепляющих упражнений представлены на слайде. Составляя тренировочные упражнения на закрепление грамматических навыков, мы в ходе своей практики руководствовались тремя темами, которые вызывают наибольшие трудности среди учащихся. Это множественное число существительных, степени сравнения прилагательных и использование времен в устной речи. Для каждой темы нами были разработаны памятки, которые также отдельно включают грамматический материал и для последующей ступени обучения. Это сделано специально с учетом того, что если учитель захочет оставить некоторые упражнения на 5 класс, скажем, для повторения или закрепления материала, грамматический комментарий уже будет представлен в необходимом объеме. Поэтому эти разделы можно использовать не только в третьем, начинать в третьем, совершенствовать в 4 классах, но и использовать в 5 классе. Для эффективного закрепления глаголов во 2 полугодии 4 класса мы рекомендуем учить глаголы стежками в виде физминутки. Как показывает практика, дети с удовольствием проигрывают все действия, зачитывая короткие стежки из форм неправильных глаголов. Пример подобной методики представлен на слайде. Итак, в разделе «Грамматика» мы предлагаем памятки с грамматическим материалом, то есть правила, которые написаны очень простым доступным языком, методику быстрого запоминания и употребления неправильных глаголов в речи, упражнения на способы образования множественного числа существительных, упражнения на образование сравнительной и превосходной степени прилагательных, упражнения на образование, 6 упражнений на запоминание и тренировку неправильных рифмующихся глаголов, основанных на обучении глаголов стежками в виде физминуток, а также 20 упражнений в формате примерной итоговой аттестации на употребление времен в устной речи базового уровня и 20 таких же упражнений повышенного уровня. Пошаговое объяснение к выполнению каждого задания прилагается. В повышенном уровне добавляется время present perfect. В задании откройте скобки и поставьте глагол в правильную форму. Более подробно давайте остановимся на разделе аудирования, который зачастую по праву считается одним из самых трудных разделов. Посредством раздела аудирования проверяются умения прослушивать тексты с извлечением детальной информации и общего понимания прослушанного. Поэтому является крайне важным формировать навыки успешного аудирования, начиная именно с младшего школьного возраста. Как правило, при выполнении заданий на аудирование ученик должен продемонстрировать следующие способности: предвосхищать ситуацию, догадаться о значении незнакомых лексических единиц,
Использовать свои предыдущие знания как опору для понимания незнакомого текста. Соотносить отношение говорящего с предметом обсуждения. Пользоваться навыками эффективного слушания. То есть записывать необходимую информацию, зарисовывать необходимую информацию, составлять схему, составлять план услышанного, либо просто записывать опорные слова. И воспринимать на слух интонацию и ударение в английском языке. При подборе материалов для обучения аудированию на начальном этапе обучения мы прежде всего рекомендуем учитывать соответствие возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в родном и иностранном языках, содержание новой и интересной для учащихся информации на простейшем уровне, представление разных форм речи, наличие избыточных элементов информации, то есть дополнительные сведения о предмете или объекте, естественность представленной в тексте аудирования ситуации, персонажей и обстоятельств, способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик и наличие воспитательной ценности материала. Каждый учитель английского языка далеко не один раз задает себе вопрос, как же сделать обучение аудированию более успешным. Мы предлагаем следующие стратегии успешного формирования навыков аудирования. Прежде всего, начиная тренировку различных типов заданий, создавайте ситуацию успеха для учащихся. Разработайте для них такое задание, какое они точно смогут выполнить. Не подбирайте слишком трудные тексты. Текст аудирования всегда читается дважды. После первичного прочтения определите, сколько участников группы поняли текст, задав несколько общих вопросов. Только после этого приступайте к остальным видам работы над аудированием. Создайте ситуацию последовательного преодоления трудностей. От наиболее легких заданий следует переходить к заданиям посложнее, чтобы работа стала интересной и привлекательной, развивала учеников стремление к дальнейшему процессу обучения. Поэтому сначала мы предлагаем использовать задания с опорой на зрительную наглядность. Основным подготовительным упражнением к аудированию является сообщение информации о предстоящем прослушивании. Будет ли это диалог между друзьями, или рассказ, интервью, телепередача, или прогноз погоды. Ребенок должен четко понимать, что именно он сейчас услышит. Необходимо сразу точно определить цель прослушивания. Как правило, основным заданием для аудирования является извлечение конкретной, интересующей нас информации. Так как основную смысловую нагрузку в тексте аудирования несут ударные слова, постарайтесь научить учащихся выделять их в потоке аутентичной речи. Для этого можно разбить прослушанный один раз текст на предложение и предложить ученикам определить ударные слова. Желательно для каждого текста самостоятельно составлять и вводить предтекстовые упражнения и вопросы. Если к тексту аудирования предусмотрено печатное задание, скажем, в учебнике или раздаточном материале, или это картинка в учебнике, нужно дать 2 минуты учащимся на ознакомление с картинкой или с самим текстом задания. Желательно подчеркнуть ключевые слова в предложениях. После этого следует проверить, насколько точно и верно учащиеся поняли предложенное задание, разобрать его детально и устранить трудности, если они выявились. Трудные для понимания слова и словосочетания, а также незнакомые лексические единицы следует выписывать на доске. Значение некоторых можно записать, а значение других можно предложить учащимся догадаться, либо с опорой на картинку, либо на синоним, либо на объяснение. Позвольте учащимся услышать слова и словосочетания в замедленном темпе и понять их фонетическое строение. Большое значение, на наш взгляд, имеет, как правило, продолжительность текста. Если текст звучит больше 1 минуты, то есть вероятность, что учащиеся не поймут его до конца, потому что обычно лучше всего понимается начальная часть текста, а ближе к концу внимание рассеивается, и они не успевают понять содержание текста в целом.
Желательно начинать обучение аудированию с небольших по объему текстов, основанных на лексическом материале, который учащиеся хорошо знают. Итак, содержание раздела номер 5 «Аудирование» в книге «Один комплект. Универсальная подготовка к итоговой аттестации» мы предлагаем два основных типа заданий для базового и повышенного уровня. Практика аудирования основана на системной тренировке понимания воспринимаемой на слух речи. Овладение аудированием дает возможность реализовать воспитательные, образовательные и развивающие цели в обучении младших школьников. Оно позволяет научить внимательно вслушиваться в звучащую речь, формировать умение предвосхищать смысловое содержание высказывания и таким образом воспитывать культуру слушания не только на иностранном, но и на родном языке. Тексты для раздела аудирования представлены в приложении. Специально разработанные задания каждого блока обеспечивают системное закрепление и совершенствование навыков устной и письменной английской речи, что окажет неоценимую помощь в подготовке как к письменной, так и устной части экзамена. Задания составлены таким образом, что их легко подогнать под содержание любого юнита учебника. То есть мы выбираем в процессе подготовки к уроку именно тот конкретный вид задания по аудированию, который нам интересен. Далее поговорим, конечно же, об устной части экзамена, а именно о подготовке к тестированию по устной монологической, неподготовленной устно-монологической и диалогической речи. В начальной школе мы рекомендуем начинать подготовку к выполнению заданий по примерному формату итоговой аттестации с работы над любым простым письменным образцом монологической речи. То есть обучать монологическому высказыванию сначала на базе текста, и после этого, когда базовый уровень успешно пройден, мы переходим к обучению монологической речи на ситуативной основе, то есть путем решения конкретной коммуникативной ситуации. Для этого мы предлагаем апробировать рекомендации и установки для школьников в следующем порядке. Сейчас мы будем говорить об обучении на базе текста. Итак, прочитайте образец монологической речи вслух. Это может быть 10 простых предложений на какую-либо заданную тему. Отработайте технику чтения текста вслух. Прочитайте текст для ответа на заданные вопросы. Выделите в тексте речевые средства, выражающие обращение к адресату, если они имеются. Если, например, мы читаем короткое письмо, короткое личное письмо. Выделите в тексте переходы от одной мысли к другой. Обратите внимание на конструкцию текста, на заголовки, красные строки. Определите характер монологического высказывания. Догадайтесь, что это сообщение, повествование, приглашение, рассуждение, личное письмо. Выделите в тексте вводные слова, фразы или конструкции. Выделите в тексте речевые средства, характеризующие авторское отношение к сообщаемому. Кратко перескажите содержание прочитанного. Составьте план содержания монологического высказывания. Передайте содержание текста от имени автора. Постарайтесь дополнить монологическое высказывание, учитывая содержание образца и выступая в роли его автора. То есть нужно додумать этот текст и составить еще одно или два предложения, можно три предложения простейших, дать какую-либо дополнительную информацию, пофантазировать. Составьте монологическое высказывание по той же теме, адресуя его определенному человеку в определенной ситуации общения. Как правило, такого рода задания разрабатывают абсолютно все учителя по английскому языку. Составьте инициативное высказывание по определенной теме, адресуя его разным лицам в разных ситуациях и моделируя исходный вариант в соответствии с особенностями адресата.
Трансформируйте исходный вариант монологического высказывания в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами, сменой собеседника, коммуникативной цели, структуры, содержания высказывания, оформляющих его речевых средств. Здесь, на этом этапе работы с текстом, мы уже переходим к обучению диалогической речи. Также мы предлагаем четко объяснить ученикам, что и как именно оценивается в процессе устного высказывания. Не будем забывать о методах самодиагностики, когда ребенок может оценить себя сам, либо когда ученики оценивают друг друга в процессе парной и групповой работы. Итак, в книге номер 2 «Универсальная подготовка к итоговой аттестации» в разделе «Устная речь», раздел «Монолог» мы предлагаем 35 простейших разговорных тем и задания к ним, которые можно отрабатывать по вышеприведенному шаблону действий. 15 дополнительных заданий для самостоятельной работы. То есть всего 50 тренировочных заданий, что дает возможность научить выпускников начальной школы осуществлять развернутое высказывание практически на любую тему в рамках программы, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом на начальной ступени обучения. В теоретической части данной главы, назовем ее теоретической частью, вы найдете памятки о том, как правильно оформить содержание речи развернуто, памятку, как учитель оценивает мое устное высказывание, памятку использования времен в устной речи для напоминания. Также дано упражнение на работу с памятками и пошаговое пояснение к выполнению каждого задания. Итак, пример представлен на слайде. Посмотрите, пожалуйста, устная речь, монолог. Мы видим короткий текст «About myself» и разработанное к нему задание. Также мы видим пример задания, которое ребенок выполняет самостоятельно, то есть без опоры на текст. Это когда мы говорили о 15 дополнительных заданиях. Говоря о навыках диалогической речи, мы предлагаем серию памяток, в которых ученики найдут краткие речевые шаблоны, рекомендации и инструкции по построению диалога на основе предложенного плана. Конечно же, сами задания диалога соотносятся с теми устными монологическими темами, которые мы прошли, что позволяет нам эффективно строить как монологическое, так и диалогическое высказывание на элементарном уровне. Мы предлагаем внимательно ознакомиться с правилами для говорящего и слушающего, с речевыми шаблонами на тему «Как начать диалог», «Как закончить диалог», «Как что-то спросить», «Как правильно попросить», «Как объяснить дорогу». Фрагменты памяток представлены на слайде. То есть памятка – это то, что у ребенка постоянно находится перед глазами для выполнения какого-то конкретного задания. В процессе работы, когда ребенок пользуется одними и теми же памятками, он уже к концу 4 класса почти может выполнить любое задание, не прибегая к тому, чтобы рассмотреть свою памятку. Особое внимание в разделе «Устная речь», «Диалог» отводится тому, как правильно задавать вопросы на английском языке. В этом разделе вы найдете все типы вопросов, их характеристику и примеры. То есть здесь, на простейшем материале, мы предлагаем обобщить информацию именно по грамматическим структурам вопросов. И, конечно, даны упражнения на их отработку. Закрепление полученных навыков достигается путем решения 50 тренировочных заданий на диалогическую речь. Каждое задание учитель может подобрать самостоятельно в зависимости от той темы, какую он сейчас проходит по учебнику. Помимо тренинга по устной речи книги номер 2, вы найдете 20 сборных вариантов
10 из которых базового уровня и 10 повышенного уровня. Варианты включают задания в примерном формате итоговой аттестации на все виды речевой деятельности. Мы взяли базовый примерный формат кембриджского экзамена по английскому языку. Чтение, письмо, лексика, грамматика, аудирование, монолог и диалог. Все эти блоки собраны в одном варианте. Тексты к части билетов аудирования представлены в приложении. Ключи к заданиям также прилагаются. Так как организация учебной деятельности учащихся строится на основе системного деятельностного подхода, прошу прощения, и принципиальным отличием нового стандарта является то, что во главу угла ставится ребенок, нам, педагогам, приходится преподавать по-новому, то есть организовывать с детьми работу над проектами, разрабатывать творческие программы, не вбивать знания, а развивать личность. И как вы уже сейчас все догадались, я хочу плавно перейти к подготовке детей по проектной деятельности. Поэтому сейчас, дорогие коллеги, давайте обсудим те насущные вопросы, которые у нас могут возникнуть при подготовке к итоговой аттестации, чтобы подытожить данную тему. Пока вы формулируете вопросы, пока зачитаю некоторые вопросы, которые у нас уже появились, и попробую ответить на них так полно, как смогу. Большое спасибо за вопросы. Итак, могут ли, очень хороший вопрос, замечательный от Людмилы. Могут ли ученики использовать mind map по устной теме, а на экзамене? Дело в том, коллеги, что вы знаете, что сейчас каждая школа сама формирует формат экзамена. И требования к экзамену, соответственно, тоже каждая школа выставляет в зависимости от того, является ли она гимназией, либо простой школой. Как правило, если у нас есть дети, которые претендуют только на базовый уровень, либо на повышенный уровень, то есть сильные детки и детки послабее. Конечно же, чтобы мотивировать детей на дальнейшее успешное обучение, я рекомендую разрешать детям хотя бы на пробных итоговых аттестациях, на промежуточных аттестациях, использовать свои памятки, тем более, что памятку ребенок составляет себе сам. Конечно же, мы можем выдать ему шаблон, но потом с этим шаблоном можно поработать, можно его переписать, можно его зарисовать. То есть каждый ребенок применяет здесь и свое творчество тоже. И в этом мы уже закладываем азы обучения проектной деятельности. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. То есть я рекомендую тем деткам, которые сильные, они могут пробовать уже свои силы. Конечно же, они могут отвечать уже, у них навык отработанный за счет способностей, по большей части, и быстрого усвоения за счет цепкости. Они могут не использовать mind map. Если ребенок затрудняется, на начальном этапе желательно стимулировать мотивацию, стимулировать желание изучать предмет, поэтому я думаю, что свою собственно разработанную и оформленную памятку, это даже здорово, если ребенок будет использовать. Далее. Ирина Алексеевна пишет: спасибо за полезный содержательный материал. Пожалуйста, очень приятно, что мы обсуждаем сегодня эту насущную тему. Итак, вопрос от Людмилы. Какую визуализацию вы используете для запоминания грамматических структур? Очень хороший вопрос, большое спасибо, Людмила. Итак, как правило, для запоминания грамматических структур мы используем больше, если мы обучаем постановке вопросов, то как раз вот в этой книге по итоговой аттестации мы эту визуализацию всю представили и по вопросам, и там есть памятка использования времен в устной речи. То есть я рисую детям шкалу, на которой я звездочками отмечаю времена. Очень успешным является, вот, в моей практике,
успешно проходит особая гимнастика на времена. Этот материал можно найти в Ютубе. То есть мы в форме гимнастики, это метод китайгородской, очень успешно тоже применяем, с помощью гимнастических движений даем тему времена. Если мы говорим о постановке вопросов, то мы используем классические схемы, либо мы их зарисовываем. Материал степени сравнения прилагательных. Тоже, как правило, я очень люблю, чтобы дети что-то делали сами. Поэтому, если я даю готовый шаблон, я прошу их использовать свои творческие способности и иллюстрировать этот материал так, как они считают нужным. Подготовка к Татьяна пишет нам, подготовка к итоговой аттестации младших школьников является очень актуальным вопросом в настоящее время. Спасибо за материал, очень подробная система памяток. Большое спасибо, дорогие коллеги. Хочется сказать, что памятки мы используем в нашей практике больше 11 лет. Мы пришли к этому не сразу. Мы использовали классическую систему преподавания, но все-таки, когда у ребенка есть стратегия перед глазами выполнения задания, это очень существенно экономит время. Конечно, я не говорю о том, что нужно отказаться от простого формата преподавания. Ни в коем случае. Мы преподаем, используя коммуникативный метод. Сейчас все учителя нацелены на это, потому что этого требует федеральный стандарт. Но тем не менее, именно основы проектной работы закладывать в эту подготовку школьников, именно в экзаменационную подготовку, нам кажется, что это дает очень существенные результаты. Памятка, во-первых, она остается на последующие ступени обучения. Во-вторых, когда ребенок делает ее сам, он уже этот материал никогда не забудет. В-третьих, когда он к нему постоянно обращается и возвращается. Тем более, что детям очень нравится, когда им разрешают собственные памятки использовать на контроле. Я считаю, что на начальном этапе обучения это совсем неплохо. Это хороший стимул для последующего успешного обучения. То есть самое главное – это вызвать у ребенка интерес, а не подавить его набором необходимых заданий, которые мы обычно, к сожалению, вынуждены давать, потому что у нас учебник очень большой, вы все знаете. У нас очень ограниченное количество часов на иностранный язык. То есть мы вынуждены пройти огромный учебник, не отстать от программы и вложить ребенку азы грамматики. Как правило, я на грамматике вообще акцент не делаю в преподавании, потому что если у ребенка есть памятка, он каждый урок ее использует, на нее смотрят именно на ту, которая нам нужна по какой-то теме, и он автоматически ее в устной речи, у него моделируются эти конструкции. Итак, так, Токарева Елена Сергеевна. По представленным учебным пособиям действительно очень удобно работать. Довольны ученики и я. Спасибо автору. Большое спасибо, Елена Сергеевна. Очень приятно. Итак, Елена Сергеевна пишет. На экзамене у учащихся карточки с заданием перед глазами. На уроке разрешаю пользоваться планом, представленном в учебном пособии, и детям удобно, и они приближены к экзаменационной ситуации. Мы очень рады, что этот материал оказался полезным. Далее. Вопрос. Планируется ли вами выпуск учебного пособия, направленного на развитие и контроль навыков аудирования текстами, начитанными носителями языка? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я так понимаю, что это вопрос касательно диска, потому что сейчас у нас представлены тексты в конце учебника, и, как правило, они читаются учителями. Но раз этот вопрос поступил, я думаю, что мы будем его обсуждать в редакции. Дорогие друзья, пока больше нет вопросов по подготовке к итоговой аттестации,
Главное, хочется подчеркнуть еще раз и подытожить, да, материал по итоговой аттестации. Какой бы формат вы не выбрали, какой бы формат ваша школа не считала более предпочтительным, все-таки желательно создавать ситуацию успеха, потому что сам экзамен в начальной школе – это большой стресс для ребенка. И хочется заложить в нем основу того, чтобы каждый ребенок понял, что он способен хотя бы на базовый уровень сдать материал на последующей ступени обучения, то есть предположительно в 9 классе. Итак, а сейчас плавно перейдем к организации проектной деятельности в начальной школе. И посмотрим, будут ли у нас еще вопросы по итоговой аттестации. Итак, проектная деятельность в начальной школе. Будет очень здорово, если сейчас вы попробуете сформулировать вопросы, а именно, какие основные трудности вызывает у вас работа с проектами? Я с удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы. А пока хочется вам представить такой альтернативный вариант подготовки проектной деятельности, которым мы пользуемся уже много лет. Это вариант не однодневка, он не писался быстро. То есть в этом варианте скомпонован весь опыт работы над проектами, которые мы получили в ходе своей педагогической практики. Итак, представляем индивидуальную тетрадь младшего школьника по творческой и проектной работе. Содержание данной тетради представлено на слайде, а я кратко постараюсь пояснить, зачем мы это разработали. Итак, сразу хочется сказать, что на протяжении всей тетради ребенка сопровождает солнечный лисенок, который дает краткие рекомендации по тому или иному виду работы. То есть это помогает нам ненавязчиво объяснить ребенку, что конкретно он делает, с какой целью и какой результат он может получить в конце. Почему мы делаем акцент на проектной работе уже в начальной школе? Ни для кого не секрет, что благодаря проектной работе многие ученики на сегодняшний день могут быть зачислены в лучшие вузы нашей страны, если они попадают в призовую тройку. Поэтому для многих учеников работа над проектной деятельностью очень важна на старшем этапе обучения. Чтобы добиться определенного положительного результата на старшем этапе обучения, желательно сформировать базовые навыки проектной работы в начальной школе. Абсолютно все учителя на сегодняшний день этим занимаются, и у каждого есть своя интересная методика. Итак, в данной тетради мы предлагаем виды литературных проектов, которые можно выполнять с детьми как на иностранном, так на иностранных языках, так и на предметах гуманитарного цикла. Мы предлагаем 13 видов литературных проектов. И начинаем мы работу над этими проектами с простейшего, с обучения детей коллажу. Как составить коллаж? Так как правильно выполненный коллаж может послужить отличной иллюстрацией для любого проекта в будущем. Для создания коллажа мы можем использовать вырезки из газет, старых ненужных журналов и открытки. Далее мы предлагаем памятку о том, как настроить ребенка на проектную деятельность. Например, если на предмете английский язык вы хотите создать коллаж на тему «Моя ферма», вы можете дать ребенку четкую установку на выполнение подобного задания. Например, закрой глаза и включи свое воображение. Представь себе, что именно ты будешь иллюстрировать с помощью коллажа, и задай себе уточняющие вопросы. Например, тебе нужно создать ферму. Какие животные жили бы на ней? Где бы они жили? Чем бы ты их кормил? Что они умеют и любят делать? Как бы ты хотел украсить свою ферму? Ты бы посадил там деревья или разбил клумбы с цветами? Возможно, ты бы хотел построить на ферме маленький уютный домик. Создай коллаж на альбомном листе или на двух альбомных листах, скрепленных вместе. Подпиши названия животных, предметов или явлений, а также имена людей. Ты можешь добавлять краткие пояснения в виде реплик или краткой характеристики предметов.
Хочется отметить, что технику коллажа очень успешно используют на уроках иностранных языков, тем более, что сам учебник предполагает задания подобного типа практически после каждого юнита. Особенно это касается учебников 3 и 4 класса. Учебник Верещагиной. Далее мы предлагаем индивидуальный план работы по созданию литературного проекта, который включает сам вид проекта, то есть что мы выбрали, какой у нас будет проект. Например, создание иллюстрации к прочитанному произведению. Либо постановка бумажного или кукольного спектакля по мотивам прочитанного произведения. Либо создание юмористических заметок и комиксов. То есть мы здесь даем 13 видов литературного проекта. Вот в индивидуальный план работы входит сам вид проекта, это такая табличка, которую ребенку предлагается заполнить. Тема проекта, актуальность проекта, то есть чем будет интересен этот проект. Далее, как этот проект может привлечь внимание окружающих? Обязательно на этот вопрос каждый ребенок должен ответить, прежде чем начинать разрабатывать какую-то конкретную тему. Цель проекта – сделать или создать что? Либо в результате достичь чего? Это четкая формулировка цели проекта. Задачи проекта. Многие дети пугаются слова «задача». То есть наша задача при обучении проектной деятельности – объяснить ребенку, что задача – это всего лишь тот план, который говорит о том, что конкретно нам нужно сделать, чтобы получить результат, который мы видим. Как правило, творческий результат. И в какой последовательности нам нужно это сделать. Далее в эту таблицу закладывается программа действий, предполагаемый продукт, допустим, буклет или книга рецептов. Или это может быть, если мы говорим о конкретном литературном проекте, создание портретов писателей сказок или рассказов. Например, перевод и оформление сказок с иностранных языков. Иллюстрация, опять же, может быть выполненная в форме коллажа. То есть ребенок сам формулирует, что, чем будет являться его предполагаемый продукт. Далее. Здесь, в этой же таблице, мы предлагаем объяснить ребенку, что такое практическая значимость проекта. И объяснить очень просто. Где и с какой целью можно будет использовать результаты проекта. То есть кому они будут интересны. Кому будет полезен конечный продукт? Далее в таблицу входят сроки подбора материала, источники подбора материала, выбор техники для разработки иллюстрации. Выбор техники тоже это может быть или коллаж, или какая-то другая техника. Может быть просто рисунок, или графика, табличка. И в таблицу входит фамилия, имя, отчество руководителя проекта. Далее мы предлагаем календарь занятий для работы над литературным проектом. В календарь занятий входят групповые занятия, дни и недели, индивидуальные консультации, самостоятельная работа. То есть чем эта тетрадка удобна для нас в работе? Когда мы ее открываем, мы сразу видим четко установленные сроки для каждого ребенка. Если мы работаем с двумя детьми из всего класса, выполняем проектную деятельность, то у нас перед глазами четкий график. И самое главное, что у детей четкий график по датам, что и когда они разрабатывают, какие у них четко установленные сроки. Начало работы над проектом, окончание работы над проектом и, конечно же, дата самой презентации. Далее, мы даем рекомендации по презентации литературного проекта. Опять же, рекомендации даются от лица солнечного лисенка. Например, при подготовке нужно обязательно учитывать, кто будет твоим слушателем, будет ли ему понятно, интересно и приятно твоя речь. Прежде чем начать готовиться к выступлению, подумай о том, что, с какой целью, о чем ты будешь говорить, что главное ты хочешь сказать. Запиши ключевые слова своего выступления. Таких рекомендаций мы приводим 8. Далее, критерии оценивания проекта и методы самодиагностики. Почему это так важно на сегодняшний день, методы самодиагностики? Потому что этого требует федеральный образовательный стандарт второго поколения. Итак, в методах самодиагностики мы предлагаем ребенку оценить себя
какой он докладчик и какой он слушатель путем ответов на четко поставленные вопросы. Например, в разделе «Практическая направленность». Значит, у нас составлена таблица, которая включает актуальность, практическую направленность, оригинальность, объем и полноту высказывания, оформление проекта. И по каждому из этих пунктов приведены вопросы, на которые ребенок может ответить. Например, раздел «Практическая направленность». Можно ли применить на практике результат моего проекта? Конечно. Если это коллаж, мы можем применить его на практике, потому что он может служить иллюстрацией на предмете, который мы изучаем, например, литература, чтение или иностранный язык. Далее. Полезен ли мой проект окружающим? Конечно, если это проект по, скажем, защите окружающей среды или из какой-то другой интересной практической сферы. Далее. Оформление. Насколько ярко, доступно и необычно оформлен мой проект? То есть ребенок может сам координировать свои недостатки, если они есть, и успешно их исправлять. Далее, по устной презентации проекта мы предлагаем целую серию вопросов, на которые ребенок может ответить. Например, какие ключевые слова я использую? Либо, достаточное ли количество предложений я говорю? Связан ли у меня рассказ? И так далее. Чтобы оценить, какой ребенок слушатель, он сам себя оценивает, он должен ответить «да», «иногда» или «нет» на ряд поставленных вопросов. Например, замечал ли ты, что прерываешь рассказчика или докладчика? Замечал ли ты, что тебе хочется вставить свое слово в речь собеседника, спросить, посоветоваться и так далее? Замечал ли ты, что не используешь такие знаки внимания, как мимические средства, улыбка, довольный взгляд, кивок головой, повторный вопрос и так далее? Итак, после того, как ребенок провел самодиагностику по литературному проекту, обратите, пожалуйста, внимание, что в этой тетради обучение проектной деятельности идет от элементарного к сложному, к более сложному. То есть после того, как мы прошли один из видов литературного проекта, скажем, мы можем переходить к созданию читательского дневника. Все знают, что такое создание читательского дневника. Поскольку у нас не очень много времени остается, я кратко скажу о том, что здесь приведен индивидуальный план создания читательского дневника в форме таблицы, что очень удобно. Вот. Дана его полная характеристика и плавно даны рекомендации по презентации своего читательского дневника, конечно, методы самодиагностики, а также мы переходим к разделу «Исследовательский проект». И вот здесь очень интересно сначала почитать вопросы, опять же, в целях экономии у нас не очень много времени, да, осталось. Давайте начнем с вопросов. Самое тяжелое для учеников – сформулировать тему из глобальной, сузить до адекватной для его возраста. Очень хороший вопрос, давайте об этом прям поговорим. Значит, в нашей тетради мы предлагаем, мы даем рекомендацию, как выбрать тему. Помимо этого, если вы откроете приложение 1 в тетради, это развернутый план работы над проектом. Он предполагает этапы работы, выбор темы. Вот первый этап – это выбор темы исследования. Какие действия мы здесь предлагаем? То есть мы можем выбрать тему среди тех, которые интересны, потому что прежде всего работа над проектом начинается именно либо с хобби ребенка, либо с чего-то, что цепляет его внимание в каком-либо предмете. Значит, рекомендации к выполнению можем привести такие. Примерные темы школьных проектов могут касаться любых областей знаний. Главное – выбрать именно ту тему, которая тебя волнует и которая тебе интересна на данный момент. Чтобы сузить тему, это очень хороший вопрос, нам нужно четко сформулировать объект и предмет исследования. То есть объект исследования, мы здесь же объясняем, это у нас в этапах работы пункт номер 3. Выдвижение гипотезы, определение объекта и предмета исследования. Мы здесь на элементарном уровне объясняем, как объяснить ребенку, как дать ребенку эти понятия,
не вводя его в сложную терминологию, которая ему не нужна на начальном этапе. То есть, например, твоя гипотеза – это твое предположение о каком-либо явлении, которое ты будешь проверять, доказывать или опровергать в ходе своего исследования. То есть предположи что-то, проверь это и докажи, что оно работает или не работает. Объект исследования – это тот процесс или явление в целом, который ты рассматриваешь. Вот когда мы определили, мы как учитель, как научный руководитель, определили объект исследования, помогли ребенку определить ту сферу, которая ему интересна, из этого мы уже сужаем тему до предмета исследования, то есть мы формулируем то, что конкретно мы будем изучать или рассматривать внутри этого объекта. Все примеры приведены здесь же в приложении. То есть мы ведем ребенка к тому, что он постепенно сам учится выбирать тему, внутри этой темы четко формулировать объект, то есть что именно он изучает. И внутри объекта формулировать предмет. То есть это то узконаправленное, о чем был задан вопрос. Далее. Интересно увидеть пример проекта в начальной школе. Я работаю давно с проектами в старших классах, межпредметные и международные, но на немецком языке. Людмила, очень хороший вопрос. Если, Людмила задает вопрос, есть ли проекты межпредметный язык плюс предмет? Людмила, замечательный вопрос, спасибо большое. Да, в этой тетради, вот если вы сейчас посмотрите в оглавление, что такое исследовательский проект, вот там, где дается структура оформления исследовательского проекта, мы выходим на межпредметность, конечно же, потому что, если вы знаете, вот и в немецком языке, и во французском, и в английском, прошу прощения, что быстро говорю, чтобы успеть все сказать, мы раньше защищали проекты на иностранном языке, и, конечно, они были именно метапредметные, межпредметные, потому что мы могли взять тему, у нас была тема «Зависимость». Я сейчас говорю о среднем этапе обучения, да? Зависимость плавления и застывания шоколада от его состава. Эту работу ребенок защищал в 9 классе на английском языке. Ну, там очень хороший уровень языка был. Вот. Либо мы делали работу по медицине, мы делали буклет о здоровом образе жизни. То есть мы там делали рекомендации, плюс разрабатывали диету для людей, которые хотят вести здоровый образ жизни, и рекомендации, как отказаться от курения. Метапредметный проект. То есть мы можем в любую секцию номинироваться, в любую секцию подавать работу и, конечно же, связывать ее с языком. После этого, когда нам запретили защищать работы на иностранном языке, чтобы повернуть их в более научную сторону, да, уйти от реферативных работ, мы начали делать работы уже касательно лингвистики. То есть, ну, на простейшем этапе, например, разработать ту же памятку по какому-то грамматическому правилу. Проект, конечно, проект, потому что у него есть практическая значимость, памятка, которую будут использовать. То есть, Людмила задает вопрос, иностранный язык плюс литература или иностранный язык плюс экология? Очень хороший момент, Людмила, в этой тетради иностранный язык плюс литература. Вот те 13 видов литературного проекта, которые мы предлагаем, очень легко повернуть на иностранный язык. То есть они не просто смежные, это практически все то, что мы делаем на иностранном языке с детьми, только не настолько структурированно это делаем. Мы делаем это больше в форме не научности, а в форме творчества. А здесь я в этой тетради раскладываю, как не только творчество применить, но и как его научно разложить и ребенку детально дать, не загружая его терминологией. Например, вот смотрите, этапы работы над проектом, которые расписаны подробно, они включают выбор темы исследования, постановку целей и задач исследования, то есть я вам даю конкретный шаблон действий, как это сделать, и рекомендации к выполнению, как для вас, так и для ребенка. Пошаговые рекомендации, простейшие, в которых ребенок может разобраться сам. И, конечно же, с научным руководителем это будет очень успешно. Далее, выдвижение гипотезы, определение объекта и предмета исследования, о чем я уже сказала, организация исследования, то есть здесь идет четкий план действий, как организовать свою работу. Далее, фиксирование результатов, как мы фиксируем результат, как это делать правильно, чтобы потом это успешно можно было применить для иллюстрации своего проекта. Далее, оформление проекта, как сделать.
И самое главное, это та же самая самодиагностика, о которой мы сегодня говорили. Дальше, в приложении номер 2 вы найдете методы исследования, которые универсальны для любых метапредметных проектов. То есть я здесь привожу таблицу из 9 методов исследования, которые разложены на простейшем уровне. Например, синтез. Что такое? Конечно, ребенок не знает, что такое синтез. Это какое-то совершенно страшное слово. То есть мы объясняем, что это соединение элементов или соединение тех особенностей предмета, который он изучает. Либо, что такое моделирование? Построение и изучение моделей реально существующих предметов. Построение и изучение модели. Далее, что такое беседа, опрос, анкетирование? Что такое наблюдение? Что такое эксперимент? Вот объяснить ребенку, что такое эксперимент простейшим языком, зачастую нам, учителям, бывает трудно, потому что нас тянет на старшие этапы обучения, а как это дать наглядно, просто, чтобы заинтересовать, а не загрузить. Ведь самое главное для нас – это не перегружать ребенка и себя тоже. Вот. Далее. То есть, Людмила, предметы литература плюс иностранный язык в этой тетради очень хорошо разложены. Я думаю, что материал будет достаточно полезным. В каком виде дети представляют свои проекты и кому? Прежде всего, конечно же, проект представляется классу, группе. И не обязательно делать на этом какой-то специальный акцент или специально готовиться. Понятно, что мы на иностранном языке проекты делаем постоянно. Просто здесь предлагается на сам проект посмотреть не только как на творческий, но и уже как на заведомо хорошо заложенную базу, основу для научного проекта в будущем. То есть немножко ракурс другое построение этой работы у нас будет. Конечно, мы его представляем сначала ученикам. Далее, если работа выполнена хорошо, мы ее представляем на городском конкурсе научных работ. Тем более, что во многих школах учителя, вы знаете, подают работы на такие конкурсы, потому что нам нужно заполнить такую табличку с критериями, да, что выполняет каждый учитель, потому что от этого зависит заработная плата каждого педагога. То есть, если у нас есть там публикации, научные работы, участие в конкурсах и так далее. Так вот, это задел успешности не только для ребенка, но и для учителя. Причем учитель при этом не загружен дополнительно, потому что в этой тетради мы разложили все на простейшем уровне. То есть, еще раз повторюсь, что эта тетрадь, она у нас сформировалась не за один день, а за все те годы, которые мы этим занимались. Поэтому структура выявилась достаточно четкая и удобная, прежде всего для учителя. Далее. Очень интересный вопрос, хотелось бы услышать развернутый ответ. Спасибо, Олеся. Да? Елена Александровна спрашивает, а не сложно ли для ребят справиться? Очень хороший вопрос, Елена Александровна, большое спасибо. Дело в том, что когда мы разрабатывали эту тетрадь, мы как раз-таки руководствовались именно простотой и доступностью. То есть зачем мы это вводим на простом уровне в начальной школе? Чтобы потом в 7-8 классе дети уже представляли себе хотя бы, что такое практическая значимость. Пусть у них не будет формулировки в голове, она не так важна. Но они будут практически знать, что это. Они смогут это применить. В этой тетради мы очень... Эта тетрадь может служить хорошим подспорьем, прежде всего, для учителя. Вот. Если у вас несколько детей занимается проектной деятельностью, очень удобно, потому что здесь даны таблицы. Я, к сожалению, не смогла поместить в презентацию, чтобы она не была очень перегруженная, и потому что по регламенту уже трудно было это вместить. Вот, если эта тема очень интересная, то можно даже сделать отдельный вебинар на эту тему, где мы прям подробно рассмотрим подготовку к именно как осуществлять в начальной школе, в среднем звене и на старшем этапе, потому что определенный опыт в этой работе у нас есть, и наши дети поступали, они еще не закончили 11 класс, они уже были зачислены, трое детей у нас были зачислены в вузы России.
То есть проектной работой мы занимаемся более 11 лет. Очень хочется поделиться опытом с коллегами, чтобы сделать, чтобы упростить и сделать вашу работу более, чтобы она приносила больше удовольствия. Далее, вопрос от Людмилы. Я только за, детей надо учить работать с проектом, мини-исследованием, написанием рефератов и созданием презентации в любой форме. Я сталкиваюсь с тем, что дети в 7-9 классах не умеют правильно писать рефераты, не знают требований к работам и так далее. Жаль, что многие учителя не занимаются данным направлением по своему предмету. Людмила, большое спасибо вам за комментарий. Здесь хочется сказать о чем. Вы сейчас затронули тему оформления рефератов. Так вот, зачастую, когда мы судим проекты, мы видим, особенно на региональном этапе, очень часто придираются к оформлению, потому что либо неправильно структурирована работа, либо не выделены цели задачи. Ведь что самое главное в проектной деятельности? Мы успеваем по регламенту еще? Закругляться, да? Мы сейчас очень хорошо, раз это последний вопрос, ответим на него полно и подведем итоги. Замечательно. Значит, по поводу рефератов. Очень часто, да, работы подаются в реферативной форме, что не очень хорошо, конечно, потому что реферат и исследование – это немножко разная структура. Труднее всего не только для ребенка, а для учителя. Как мы считаем, мы столкнулись с этим в ходе практики, потому что сами через это проходили неоднократно, сделать качественное введение в работу. Считается, что нет определенного шаблона для введения. Это не так, шаблон есть. И шаблон очень простой. То есть, вот мы в этой тетради приводим, как написать введение. У нас есть такая табличка «Структура оформления исследовательского проекта», именно исследовательского, где у нас разложено, что писать на титульном листе, что писать конкретно во введении. Объясняется каждый параметр, который мы пишем во введении. Вот смотрите, актуальность, цели, задачи, гипотеза, объект, методы исследования, практическая значимость, и при нумерации страниц введение идет под номером 2, далее страницы нумеруются в порядке возрастания. Вот каждый из этих пунктов у нас в приложении 1 раскладывается пошагово. То есть эта информация даже для учителя очень будет интересна. Потому что мы здесь обобщили положительный опыт не только мой, но и моих коллег, с которыми мы занимались этой деятельностью очень долгое время. То есть мы здесь все сливочки собрали и структурировали их таким образом, чтобы сделать нашу, чтобы облегчить нам работу именно в начальной школе, потому что специфика работы в начальной школе, она сама по себе сложнее. Далее, у нас идет в этой табличке основная часть. Мы конкретно здесь описываем, что делать в главе 1, как строить выводы по главе 1, как написать главу 2. Мы здесь делаем акцент на том, что название главы 2 – это название самой работы. Почему-то это не всегда учитывается. Далее, мы описываем, что писать конкретно в заключении, причем мы описываем это для ребенка. Например, в заключении ты описываешь, была ли достигнута цель исследования. То есть ребенок пишет: цель исследования достигнута, точка, простейшим предложением, но зато есть грамотная, качественная структура. Далее, все ли задачи выполнены? Ребенок пишет, все 4 задачи исследования выполнены. Подтвердилась ли гипотеза исследования? Ребенок пишет, в ходе исследования гипотеза подтвердилась. Конечно же, он уже знает, что гипотеза – это его предположение, то есть ему эти все слова ему не даются с трудом. Далее. Также можно добавить несколько слов о своем отношении к проекту. Это замечательно для защиты на городском уровне. Далее, список использованной литературы, как правильно составить. И самое главное, методы самодиагностики именно по исследовательскому проекту. И в самом низу заключительный вопрос. Ирина Алексеевна пишет. По этой тетради можно сделать проект по любому предмету. Ирина Алексеевна, да, эта тетрадь составлена таким образом, чтобы по ней можно было сделать проектную, качественную проектную работу абсолютно по любому предмету, как предметы гуманитарной направленности, так и математика. И даже, честно скажу, что наработки этой тетради используются некоторыми нашими коллегами в среднем звене.
То есть для среднего, для старшего звена. Потому что как объяснить ребенку 7 класса простейшим языком, тоже иногда для нас бывает затруднительно. Большое спасибо за вопрос. Спасибо за вебинар, ценная информация. Большое вам спасибо, дорогие коллеги, за участие. Очень приятно. Если у вас будут пожелания по проектной работе, с удовольствием можно будет, ориентируясь на эту тему.